Слишком часто подлость, а может и оплошность, изгоняют из любящего сердца птицу доверия, ломают ее хрупкое гнездо, где она тихо и незаметно жила многие годы. А близкие, поняв, что в сердце любимой или любимого нет этой птицы, принимается бережно собирать кем-то разбросанные соломинки, чинит разоренное чужой жестокостью и покинутое обиженной птицей гнездо. Нередко приходится любящему отправляться за 3-9 земель на поиски запропастившейся птицы доверия. И не жаль ему ни времени, ни сил, затраченных на ее возвращение. Ведь эта птица – единственная из всех живущих и придуманных птиц, приносит мужчине и женщине настоящее счастье. Она знает – недоверчивых любовь всегда обходит стороной.